В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД задержаны 24-летний молодой человек и 34-летняя женщина, подозреваемые в распространении и хранении наркотического средства. По данным оперативников, фигуранты являются администраторами крупного интернет-магазина по продаже наркотиков на территории Тверской области. В ходе обыска в квартире по месту жительства злоумышленников на улице Макар в Твери полицейские обнаружили 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом. По результатам исследования ЭКЦ МВД в свертках находится наркотическое средство мифедрон в особо крупных размерах. Кроме того, при себе у фигурантки обнаружено изъят сверток с мифедроном в крупном размере. Подозреваемые задержаны в содеянном сознались. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. 30 сентября – День сил специального назначения Росгвардии. Спецназ – это особая сила. В подразделениях спецназа Росгвардии проходят службы наиболее подготовленные военнослужащие и сотрудники, которые участвуют в борьбе с терроризмом, задержании опасных преступников, в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. В истории отрядов немало ярких и поистине героических страниц, наполненных примерами мужества и самоотверженности. В спецподразделениях бережно хранят и приумножают боевые традиции, заложенные ветеранами. В настоящее время бойцы СОБР «Волк» и ОМОН «Барс» принимают участие в специальной военной операции по защите мирных граждан Донбасса. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 40 сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии региона награждены государственными наградами.